за шестом. Вытешук Роман взял с третьей попытки. 1.98 м. Поднимаем до 201-го. Да, по регламенту, наверное, на три, каждые 3 сантиметра. 201. 201. И два спортсмена будут соревноваться в секторе по прыжкам. Тем временем очень-очень неплохой результат показала наша Екатерина Зубкевич в пятиборье в прыжке в длину. А тем временем видим этерный прыжок, и Рустам Мамадов из Азербайджана готовится ко второй попытке. Есть куда расти. Она была фаворитом и свое... Тем временем все еще получает золото. Ну и наша Екатерина Шестюк, по-моему, насколько я видел, четвертая прибегает, пересекает финишную линию. Я думаю, сейчас мы видим, итоговый проект прыжок Юлии. А тем временем вот он, украинский спортсмен, готовится к высоте в 207. Андрею Катите 8.7.2. У нее был лучший результат в сезоне. Ну, отличный финиш. Отличный финиш. Поздравляем представительницу Прибалтики с золотой медалью.